На Колыме оба компонента вакцины от коронавируса получили почти 25 тысяч человек. Первую прививку сделали более 31 тысяч жителей области. На Колыме работают 28 пунктов вакцинации, в основном поликлиники. Кроме того, у торгового центра «Муримол» действует мобильный пункт вакцинации. И, как отмечают магаданцы, там намного удобнее. Очень удобно организовано. Это лучше, чем в поликлинике, потому что в поликлинике все-таки большие столпотворения, очередь, а здесь на свежем воздухе. В принципе, удобно. Конечно, еще бы сделали бы побольше пунктов, потому что везде толпятся многие люди, бывает, не успевают, либо не хватает вакцины. Лучше, конечно, сделали бы то, что еще бы добавили пару пунктов в городе. Максимально удобно, даже удобнее, чем в больницах, мне кажется, потому что в больницах толпами толпятся на улицах, в зданиях. Здесь пришел, стоишь себе. Мы подошли, заняли очередь. А дальнейшее покажет, сколько времени будут документы обрабатывать, сколько подготовка будет. Да, пока еще сказать ничего не можем. Начнет сыпать дождик, будет видно.